В плане, если не заплатят потом. Не, ну там можно карабины отстегнуть и все. Вдруг не ушатаем. Да, знаю вас. Можешь садиться. А это не первый раз. Я ж летаю в России вообще. Ну я когда сам, когда... Ну сам я плохо летаю. Ставропольчане останавливаются. А что видео стоит забрать потом? Я беру у друга, у меня друг хорошо, ну как бы он летает, да? А я как на хвост ему падаю. Вот. И у него два крыла. Одно старое, уже потрепанное уже. Я не знаю, он на нем, короче, вообще уже сейчас не летает. Чисто так оставил. А я говорю, а что не продашь? Он же денег хороший тоже. Можно с него было взять. Ну, что-то не захотел он продавать. Ну, да. У него жена нет-нет тоже летает на втором. Сам знаешь, как можно, сколько крыло стоит, блин. А лишних денег не бывает никогда. Восходящих получше, да? Ну тут утром хорошо, наверное, да? Ну да, уже холодно, холодно. Ну да. Короче, покайфовать здесь лучше. А на, кстати, на Чигеме нет-нет, блин, как это, как сорвет. Thank you.
Так, а камеру, если что, повесить можно? Что-то повесить? Ну да.